Все привет, без газ доми. Уже как опытная. Направо. Ничего не засунуть. Да, направо. У меня все готово, можно прыгать. Подожди, дай мне веревку. Ближе к себе. Ой, это что? Нормально все. Это как? Не-не-не, под рукой это уходит. Руки ниже? Да, вот здесь. Все, можно. А где Валя? Снимайте. Валя! Зелененький, да? 3,5 секунды. Сколько шагов вперед? Надо сильно оттолкнуть? Без разницы, просто шагни вниз. Круто! Вообще классно! Вы такие маленькие! Я не кричала! Нет, ты же мне машину подаришь, если я не крикну! Я не крикнула! Валя, это вообще не страшно! Ну, на момент ты думаешь, что ты попадаешь в какой-то другой мир. Так порой бывает. Ваня, это не страшно, это круто! Вот самое страшное, это стоять там и думать. А знаете, после каких слов я стала прыгать? Когда он сказал, что полет длится 3 секунды. 3 секунды! Ой, он меня еще... Слышал.